شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Айнат, аккуратно, да, список ПГЭ. Вот так аккуратно списки будем проводить, будем записывать, иншаллах. Это сейчас экземпляр, что? Махам Алим. Манхалас Иман Засахан. Молодой, если снимать, Айнат, хочу. Молодой, снимать. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته еще раз мы здесь собрались в селе Цахур для проведения жеребьевки по благотворительной хадж путевке Сулеймана Абусаидовича Керимова для Цахурской долины выделено 4 путевки 4 квоты скажем И на, у нас вот на сегодняшний день зарегистрировано 110 желающих людей, кандидатов, скажем. И здесь мы все написали вот еще эти самые имена в таком же экземпляре написано здесь, который сейчас барабан будем закидывать. И что хочется сказать, дорогие братья и сестры, кто будет смотреть, кто здесь присутствует. Это жеребьевка. Жеребьевку мы делаем, чтобы была справедливость, чтобы не было недовольствия, чтобы, да, альхамдулилля, хвала Аллаху, что Аллаху Тааля нам дал такого человека, как Сулейман Абусаидович Керимов, который каждый год отправляет нас, дагестанцев, в хадж. Мы должны постоянно делать ему хорошие дуа, его семье, его родным и близким. И здесь, находясь в этом историческом медресе Низамия, я тоже хочу сказать от лица всего джамаата Цахурской долины, выразить ему огромную благодарность. Мы всегда будем помнить его в наших молитвах. И пусть Всевышний Аллаху Тааля сделает его райским человеком за то, что он обрадовал всех людей, этих людей совершением хаджа и других дел тоже. Пока это готовится, я бы хотел бы прочитать вот список, наверное. Прочитаем, наверное, даже пока остались, да? Вот. Бисмиллахи рахмани рахим. Саидов Аслан Тагирович, село Цахур. Алиев Магомед Цахур. Алхасов Мурат Гаджиевич Цахур. Алхасов Руслан Гаджиевич Цахур. Мусаев Альберт Ибрагим Гаджиевич Курдул. Курбанов Мурат Мустафаевич Курдул. Вагидов Гайдар Баширович Курдул. Вагидова Перваня Курдул. Абдуллаев Фархад Джумаевич Борч. Абдуллаев Мурат Фархадович Борч. Касумов Мурат Махмудович село Борч. Новый Борч. Максумова Эльмира Элединовна Новый Борч. Фаталиева Шахназ Загировна Новый Борч. Керимов Шукрет Микаилович Новый Борч. Фаталиев Вугар Аляддинович Борч. Летифов Сидьяр Асланович Борч. Пираева Эльмира Эльдаровна Борч. Селимов Руслан Велиуллахович Борч. Алиева Гульсалат Насировна Борч. Максимов Шамиль Алиевич село Борч. Пираев Ризван Ильдарович село Новый Борч. Мамедов Музафер Джафар Оглы Борч. Абдуллаев Тельман Джумаевич Борч.
Аллахвердиев Курбан Алиевич Борч. Машалла, Борчинских, сколько человек получилось. Машалла, это в этом году Борч тоже подключились сюда, в Сахурскую долину. И для меня абсолютно разницы нету, кто бы ни был, да, из Сахура, из Куссура, из Мишлеша, Муслаха, без разницы. Мне, альхамдулилла, например, если так сказать, и в Куссуре очень хорошие друзья есть, и в Борче есть, все родные люди, все для меня, альхамдулилла, как для имама, все они равны. И я искренне прошу, чтобы Аллаху Тааля выбрал того, кто... кому это самое суждено, да. Ну, дальше, село Микик, Исмаилов Сулейман Рахметович, Исмаилова Севиль Рамазановна Микик, Расулов Кирам Велиханович Микик, Шихамиров Рамазан Гаджим Мусаевич Микик, Шейхова Патимат Магомедовна Куссур, Мусаев Юсран Мусаевич Куссур, Мусаева Назиля Исаевна Куссур, Пирмагомедова Зульфия Гасановна Куссур, Пирмагомедова Билал Камилович, тоже Куссур, Раджабова Зиядат Рейзуллаховна Куссур, Исрафилова Сумая, Мазгарова Гульнара, Мазгаров Магомед, Гасанов Нариман, Исрафилова Загират, Исрафилова Солмаз, Раджабо Али Садикович, Алиев Нуруллах Нихмат Ниаматуллаевич, Исрафилова Наида Шахбановна, тоже Куссур. Так, 42-й это у нас идет, 44-й. Мазгаров Исаак, Пасатова Гариман, Исакова Нарчичак, Исаков Вагаб, Раджабов Абдунасир, Раджабов Идрис, Мазгаров Исмаил, Шейхов Касум, Исрафилов Рамазан, Хусейнова Саркинат. Может, имя здесь не, имена некоторые, может, неправильно написаны, или вот здесь мы печатали, поэтому приносим извинения, если кого-то имя, фамилия, отчество не так назвали. Исаков Музафер Насурлахович, Удаев Надир, Шахбанов Запир, Цитабов Насреддин. Эти были все куссурские. Дальше идет село Муслах. Благословенное село Муслах. И Алиев Арзуман Магомед Набиевич Муслах. Ахмедов Магомед Салих Закирович. Закарьяевич, да? Здесь, видимо, чуть не так Закирович написали. Так, Наврузов Нуруллах Тагирович. Исмаилов Камиль Гаджиевич. Магарамов Абубакр Магарам Мустафаевич, Ферзалиева Зайнаб Абдурахмановна. Дальше это были муслахские. Исаев Мишлешский идут. Исаев Фейзуллах Курбанович, Ибрагимова Зухра, Рамазанова Узлифат Мустафаевна. Дальше 67-й. Исаев Фазиль Курбанович, Юнусова Десте, Талибов Амрулах, Гаджиев, Исаев Шейхамир, Кадиров Габибулла, Габибулла, Кадирова Гульханум, Исаева Байрам Хатун, Мамедов Урман Усман, Эмирджанов Эльбрус, Гасанова Анастасия Владимировна, Исрафилов Рамазан Эскерович, Курбанов Курбан Магомедович, Ахмедов Рагим Ахмедович, Алиев Курбан Гасан Алиевич, Махмудова Гульнара. Здесь уже идет список Кальялские. Чуть списками, чуть проблема была. Глава администрации тоже ко мне список отправил, и имам тоже отправил. И Бабуртовские имамы некоторые отправляли тоже, и здешние имамы тоже отправляли, поэтому... Здесь как-то это было, потом мы скорректировали со свидетелями, со всеми, альхамдулилла. Так, мы остановились. Кальял даже. Махмудова Гуляра, Кальял. Микаилова Фирангиз. Мусаев Гаджи Муса Нуриевич. Мамедов Шамиль. Исаев Шахбан. Мусаев Муса. Это Аттал, Кальял, вместе идут администрация. Лезгиев
Элескер Исаевич, Омарова Назмият Касумовна, Балаев Мирза, Джиных. Так, дальше идет 90-й Гусенова, Гусенов Габибулах Джилилович, Джиных. Гусенов Анвар, Джиных. Гусенова Теллер, Джиных. Рамазанов Рамин Магомед Салихович, Корж. Гусенов Айваз Набиевич, Джиных. Амарова Назмият Касумовна, Аттал. Исаев Муса Магомедович, Гаджиев Нажмуддин Гаджиевич, Алиев Камиль, так, дальше Гаджиев Камаледдин, Джиных. Ибрагимов Ахмед, Джиных. Гусенов Джелил, Джиных. Ибрагимов Аляуддин, Джиных. Гаджиев Гаджи Османович, Гаджиев Магомед Ибадуллахович, Джиных. Султанов Зияддин, Джиных. Сулейманов Сулейман Магомедович, Джиных. Абдуллаев Исмаил Магомедович, Корж. Караева Джавхарат Магомедовна, Каллиал. Мирзоев Абуталиб и Ибрагимов Шериф Курбанович, село Гельмец. Еще раз, дорогие братья и сестры, я говорю, кто выйдет, ни в коем случае не говорите, что это несправедливо. Вот здесь свидетели есть, альхамдулиллах, из многих сел. Имамы, конечно, из-за погоды, из-за горных условий, не все, конечно, пришли. Здесь все посчитали даже. Сейчас банку хвали. Вот банка, иншаллах. Главное, да, посчитали, да, сколько, 110 даже. Может, алита гиргумке, а нет, алита. Да. Арсен, ахмалды, ты же надо. Аня, арабир баим. Так, то же делай, нет. Дой, Мухаммад, гуляй, Арсен, чай, аня, мусульмати, вот так. Кудор, и че, ушуб, ушахар, ушуб, но у меня. Так, дети где? Дети. Так, Саид. Хорай на хаги ура. Так, бушир ход не говорит. Хору мышли ги уголос. Окей. Да. А? О, да, йокубли, да, да. Такс. Такс. Да, ручка хвали. Ручка, обе ручка. Науко ручка. Так, Саид. Аште, бисмиллахи рахмани рахим. Эн Саид, халаге йон, темизда дише. Салите бах, олил мата. Олил мата, са. Аликаре, игду, аликаре. О, салите, са. А, ану хале. Бисмиллах, ану. Вот так. Джейма, артин. Вахай. Бисмиллахи рахмани рахим. Байр Исаева, Байрам Хатум. Исмаиловна, село Мишлеч, вот, вот, 73-й номер, Исаева Байрам Хатун, Исмаиловна, село Мишлеч. Машалла, Саид, Айна Дихен, сейчас протокол тоже составим. Хора, Анна Хорнаха, Айнгун Дойджон Ивадун, в прошлые годы, кто вытаскивал, эти паломники приносили им подарки некоторые. Может, сейчас, да. Да, хора, айна. Так, бисмилла, айна, сайкла, айна, тигда. Давай, сайкла, айна, сайк. Бисмилла. Нептунана, анаха. Бисмилла, и рахмани рахим. Айма гарашу, игда, ликару, ваше. Ла хавла, ва ла кувата, илля биллахи, алил адим. Мусаева Назила Исаевна, село Куссур. Мусаева Назила Исаевна, село Куссур. Машалла. Аллах я кабулян. Сегодня, видимо, женский день. Так, кто следующий? Хора. Так, Ибрахим. Ибрахим, игда сайкле. Салет, айхим. Аннаха, бисмиллахи рахмани рахим. Так, Пир Магомедов Билал Камилович, село Куссур. Машалла.
Да, 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 да. А что Шаван Алкадача? Сабина, говори, Сабина Найфа. Девочки. Айна, да, Айна. Сабина Найфа. Сабина Найфа. А что им хабим дяште? Вон до джой, е? Маша. Мен ичене дяште. Ла хавла ва ла куввата илля биллях. Мазгаров Исмаил Гиланиевич. Село Кусур. Мазгаров Исмаил Гиланиевич. Гиланиевич, да. Село Кусур. Але Абулан. Але Гиддумшин Хадж Абулан. Вот так. Иншалла, иншалла. Але Абулан, давайте Айша, добудь окна с мы. Да, да. Да. Иншалла, леким. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас в селении Цахор, в знаменитом медресе, прошла жеребьевка благотворительного хаджа Сулеймана Абусаидовича. Все честно, справедливо. 4 путевки мы жеребьевку делали, и претенденты было около 110 человек. Альхамдулилля, 4 человек, кого эсмат был, они выиграли. Хочу от себя лично и от имени всего Цахорского джамаата выразить огромную благодарность Сулейману Абусаидовичу за то, что он ежегодно представляет возможность тем, кто не имеет возможности совершить хадж в священной земле, где родился и похоронен наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Не отчаивайтесь, уважаемые братья и сестры, кто не выиграл, иншаллах, в следующем году, наверное, и вам посчастливится посетить эти священные земли. Здоровья крепкого Сулейману Абусаидовичу за то, что он ежегодно отправляет нас в эти священные земли. Амин, амин. Ассаламу алейкум, уважаемый цахорский джамаат. Сегодня прошла жеребьевка благотворительного фонда Сулеймана Керимова. Ему выражаю огромную благодарность от всего цахорского джамаата, что каждый год он отправляет наших представителей в святые места. Да, посчастливо сегодня четверым, и мы желаем спокойно поехать, принять в этих святых местах, совершить хадж и вернуться домой. И всем, кто может принять участие, чтобы могли посетить эти святые места. Дай Аллах всем здоровья, чтобы могли попасть в эти святые места. Ина Хаймитахнахве, Мидресе, имени Низамини, Лейтима, Чопа, Сулейман Каримовни, Хаджима. Чахдашка, имамашка, Гиркнишка, Сана, как положено, да, Аллах им, Йокубле Шокхуджи им, Савалика Хабкан, Хаврис Усматухи, Аллах Никумакка. Иншаллах, Канасина, Масима, Вуканам Усматухи им. Иншаллах. Сегодня в историческом учебном заведении в Цахурском мадресе прошла жеребьевка по фонду, благотворительному фонду Сулеймана Керимова. Жеребьевка прошла, соблюдая все особенности, соблюдая все правила жеребьевки. И в результате 4 получили право ездить в хадж, совершить хадж. Конечно, жеребьевка прошла, я еще раз подчеркиваю, соблюдая все законы правильно, законно, с участием имамов Цахурской долины и также главы сельского поселения, селения Мишлеш. И прошла она очень удачно, очень хорошо. И я со своей стороны тоже выражаю благодарность, слова признательности Сулейману Керимову за такое благородное дело. Ради народа, ради джамаата, ради людей. И тем, кто выиграл, кто получил право ездить на хадж, им я желаю зеленой дороги, счастливого пути, чтобы благополучно ездили и
обратно приезжали хорошими намерениями, хорошими успехами, хорошими делами и встречали своими родственниками, близкими. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля алейхи ва муминин. Машааллах, динек иму чоп бар. Аллах тааля заман арзламыш алдым. Бир гун ус, мана хадж кылмыша ас кисматаны яла. Бир ус кисматы учена. Ман пяти стол исламын одым мана. Хадж кылмыша уи. Иншааллах, бир гун ус жана сабалу кешама. Шау Аллаха кенясти ху, ама кисмат болу кес кисматаны яла. Амин. Баракату. Хурматикан мусульманер. Дорогие братья и сестры, мы провели сегодня 8 марта, провели жеребьевку по благотворительному хаджу Сулеймана Абу Саидовича Керимова. У нас была квота для Цахурской долины 4, количество 4 было. Подавших вот в списках, вот мы сейчас еще раз опубликуем, подавших на жеребьевку было у нас 110 человек. Вот так вот. Мы сейчас крупным планом тоже сначала покажем, чтобы кто-то не подумал, что мы как-то некоторые не написали. Списки составлялись. Имамы давали ко мне, отправляли списки, потом мы эти списки проверяли списки, потом мы несколько раз проверяли, даже накануне 7 числа вечером допоздна мне приходилось обзванивать имамов, где имама не было, мы подключали общественников, главу администрации, они проверяли, были моменты, когда накануне даже перед жеребьевкой были такие моменты, что некоторых людей мы два раза написали. Ну, по компьютеру, когда мы это самое делали, и оказывается, это одни и те же люди были, приходилось нам убирать, потому что ко мне давали с баба юрта, например, имамы давали списки, чтобы уверенность быть. Имамы тоже списки давали, люди, видимо, подключали из своих имамов и общественников, и они ко мне отправляли вот такие списки, да. Но окончательно мы сделали так, чтобы каждый человек, который хотел поехать, он вот попал. Вот и село написано, и год рождения, и это самое, можно посмотреть, паузу нажать. Здесь никого мы не упустили. Единственные моменты были, накануне даже мне звонили имамы, люди звонили, какой-то человек не может поехать, какой-то человек не имеет права, согласно нормам жеребьевки, у кого-то паспорт не было, у кого-то запрет был на выезд и так далее. Это, конечно, дорогие братья, это наша вина, что мы не успели участвовать в этой жеребьевке. Это не первый год Сулейман Керимов организует такое доброе дело. У нас, по крайней мере, дорогие братья и сестры, должен быть паспорт, загранпаспорт. Мы грудью бьем, в том числе я тоже, да, что мы хотим хадж поехать, мы хотим увидеть могилу пророка, мы хотим Каабу увидеть, но мы хотя бы один шаг же должны сделать. Загранпаспорт сделать ничего не стоит. Подал через госуслуги заявление, и через 2-3 недели ты получаешь загранпаспорт. Абсолютно госпошлину нужно оплатить за 5 тысяч, и все. И, например, здесь кто-то говорил, да, мне звонили тоже, сейчас тоже звонили люди, почему, например, с какого-то села много. Да? С этого села люди сделали загранпаспорта, с этого села хотят поехать, они люди ездят и на умра ездят, и на хадж хотят, желание есть. Халиман Саджоза Саха, сейчас мы покажем, кто у нас, еще раз мы покажем, вот счастливчики, которые вышли. Вы видели, мы снимали, не так уж, конечно, у нас не получилось сделать эфир,
у нас и связь здесь была, условия такие были, вы видели. Мы постараемся смонтировать, аккуратно поставить на Цахур ТВ в Ютубе, это все опубликовать. Вот, например, вот, да, вот Мазгару Исмаил Гиланиевич, это село Кусур. Вот так я, например, когда снимали, кто-то сказал мне, что ты на камеру не показывал. Мы это были свидетели здесь, все аккуратно. Когда жеребий кидали, вот, например, тоже с Кусура Мусаева Назиля Исаевна. Вот, пусть Аллах примет их хадж. Искренне желаю. Я абсолютно говорил, дорогие братья и сестры, мне без разницы, человек из Сахура будет, или из Кусура будет, из Джиныха будет, или из Борча будет. Мне абсолютно без разницы. У меня ни один человек здесь, мой близкий родственник, не было. В жеребиях не было. Ни одна фамилия тоже не были мои родственники. Вот, например, Пирмагомедов Билал Камилович, село Кусур тоже. И село Мишлеш, вот она, женщина. Исаева Байрам Хатун Исмаиловна, село Мишлеш. Пусть Аллах примет. Искренне я вот свое сердце смотрю, дорогие братья и сестры, как имам говорю, мне абсолютно разницы нету, кто пойдет. Мой родственник пойдет хадж или любой житель Сахурской долины или любой, кто участвовал здесь. Мы не имеем права кому-то симпатию делать, мы не имеем права кого-то выбирать. Альхамдулиллах, здесь были свидетели, здесь все было прозрачно. Мы опубликуем сейчас, все это будет доступно. Еще раз хочу сказать, дорогие братья, хадж – это обязанность каждого мусульманина. Каждый мусульманин, который имеет возможность поехать в хадж, он обязательно должен поехать в хадж. Обязанность, шариат не обязует человека, если у человека единственная машина есть, которая, например, таксует, он должен продать эту машину, поехать в хадж. Это от его желания зависит. Шариат не обязует человека, ты сперва свою семью оставь, например, он дом строит, копейки, последние копейки копит, дом строит. Нет, это оставь, ты должен копить сперва на хадж, а семью оставить. Да, такого тоже нет. Альхамдулиллах, мы мусульмане, Аллаху Та'аля нам не сделал трудности, нас не сделал, не возложил на нас трудности, те, которые мы не можем исполнить. Сура Аль-Бакара, Аллаху Та'аля, в конце суры Бакара говорит, что Аллаху Та'аля не накладывает на его раба то, он чего не может делать. Поэтому хадж, когда такие люди, как Сулейман Керимов, у нас есть, они дают возможность поехать, мы должны использовать этот момент, мы должны стараться хотя бы один шаг сделать и хотя бы иметь с собой паспорт. Кто-то говорит, дорогие братья, сейчас свет ушел, у нас здесь своеобразное медресе, это датчик. Еще раз хочу сказать, дорогие братья, мы здесь провели, это в старинном медресе Низамия 11 века, медресе, учебное заведение, первое учебное заведение высшего учебно-университетского типа в нашей стране, это медреса Низамия для каждого, кто здесь учился, кто здесь, от каждого, я думаю, будет баракат для нас, иншаллах, кто здесь учился, кто здесь проводил ночи в богослужениях, кто здесь проливал свои слезы над Кораном, я думаю, баракат этих участников, этим участникам обязательно будет. И если каждый из нас, в том числе эти участники этого списка, халимазаха, шенсат халим, намерится, вот 110 человек, да, минус сделаем 4 человека, 106 человек, которые остались, да, кто-то разочаровался, кто-то думает, что мне не повезло в этой жизни, да, это не мы решаем, Аллаху Та'аля все решает, Аллаху Та'аля все решил, и мы должны сказать, альхамдулиллах, мы мусульмане, мы довольны тем, что Аллаху Та'аля выбрал. Нельзя сказать, если бы вот так было, так было бы. Если вот так сделал бы, так было бы. Воистину, как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, слово «если» открывает врата шайтану и сомнений в нас вносит. Поэтому, я думаю, каждому этому человеку баракат будет этих алимов, которые здесь учились, которые шейхи, которые здесь в медресе были. И будем искренне просить ради этих шейхов, которые здесь учили, которые ильму распространяли, не только в Дагестане, но и в ближнем зарубежье,
баракат этих будет, и Аллаху Тааля их позовет, иншаллах, в хадж. И поэтому, дорогие братья, я еще раз говорю, давайте мы искренне подойдем к хаджу. Это пятый столб ислама. Пятый столб ислама, мы должны это соблюдать, мы должны желать, иметь желание. О Аллах, дай мне в жизни хотя бы один раз посетить Мекку, посетить Медину, могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидеть те места, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ходил, его асхабы ходили, табиины это видели, великие люди ислама, которые были эти места. Искренне я вас тоже поздравляю, дорогие братья и сестры, и прошу, чтобы вы для нас тоже дуа делали, тем, кто имамы, которые старались, несмотря на погоду, спустились, вот только что с Гельмеца имам приезжал, чтобы чисто участвовать вот здесь, присутствовать как свидетель в этом, этой жеребьевке. Нам пришлось снегу отвезти его туда вверх. Ребята приехали из других сел тоже. Им тоже, чтобы вы делали дуа на святых землях. Всем, кто здесь были, участвовали, в том числе дети, которые вытаскивали, они с такой радостью пришли. Я думаю, вы будете дуа делать всем нам, искренне, несмотря на национальность, несмотря на принадлежность к какому-то селу, тухуму, мы все мусульмане, альхамдулилля, пусть Аллаху Тааля каждого позовет. И пусть Аллаху Тааля вознаградит нашего брата Сулеймана Абу Саидовича Керимова. И будем желать ему, его семье, его тухуму всего наилучшего. Пусть Аллаху Тааля примет наши хаджи. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل سون بالصدقيات عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدقيات عند بابك يا جليل كيف حالي